Добрый день, дамы и господа, меня зовут Алексей Талалаев, я пианист из Москвы. Позвонил мне сегодня Юрий Вячеславович, прямо с выставки достижений малого и среднего бизнеса, говорит, собрались все парламентарии, вот, онлайн, открыт мировой доступ, они помогают продавать и участвуют в продаже и покупке франчайзинга малому бизнесу и среднему, вот, брендов со всего мира и свои продают также. Вот он говорит, что это снижает инфляцию, инфляционные риски, это развивает экономику и даже удешевляет товары. Также развивает возможность расширять, развивать свой бизнес и увеличивать прибавочную стоимость, пускать ее на развитие. Также он очень пожурил меня, говорит, Лёш, вот ты пианист. Он говорит, как же вот ты, так сказать, положительно оцениваешь руководство страны, которая за 30 лет ни разу не открыла доступ к другим территориям, которые граничат с Россией, где проживают русские, да, к возможности онлайн получения российского гражданства и чтобы сотрудники МВД могли продавать миграционную службу иностранцам там паспорта. Ну, я вот второе, я, так сказать, не понял, так сказать, юмора. А первое, вот если он имеет в виду там Одесса, Хмельницкий, Полтава, Николаев, Киев, Днепр, Екатеринославль, он же. Не знаю, Северодонецк и остальные, Львов, остальные города. Почему нет онлайн-заявок, нет портала на, так сказать, получение российского гражданства? Что мешает получить десяткам миллионов людей онлайн оформить заявки на получение гражданства? Что мешало это сделать 30 лет? Я не знаю. Ты 30 лет страной рулишь, тебе видней. Спасибо.